Проклятая пари, бормотал старик-банкир. Завтра Уснику откроет конвейер. В моих обязанностях уплатить 2 миллиона было бы чудесно, чтобы не стало триумфатора спора. Если у меня смелости хватит исполнить это намерение, на сторожа пусть падет все подозрение. Конвейера чугунная печь углекислым газом якобы обогревала сырые углы. Печати на двери, ведущей к узнику, были целы. Взгляд в окно, в руке банкира потухала спичка. В комнате юриста тускло догорала свеча. Сам он сидел у стола, видны лишь волосы на голове, да руки, худая спина. 5 минут, ни разу не пошевельнулся. Можно было через окно слышать стук его пульса. Банкир аккуратно постучал в окно, не проявляется реакция, тело сковано. Сорвана с двери печать, заржавелый замок, годами нетронутый, не могу молчать. Ожидал увидеть ошеломление, минуты ожидания, нет оживления. Сидел неподвижно обтянутый кожей скелет. Никто бы не поверил, что ему 40 лет. Изможденное лицо, как у стариков. Седина посеребрила локоны возле висков. Предсклоненной головой исписанный лист. Мелкий почерк, удобно понятен и чист. Банкиру стоило немного придушить полумертвеца. Тогда бы дало добро на алиби банкира любая добросовестная экспертиза. Но сначала будет изучена узник опроса. По листу забегали пугливо банкира глаза. Рожденные от воды и духа на пару с юристом приготовили, что напоследок еще рассказать. Рожденные от воды и духа на пару с юристом приготовили, что напоследок тебе еще рассказать.